данном видеообзоре мы рассмотрим планшет Pippo модели S2. Данный планшет оснащен двухъядерным процессором Rockchip модели RK3066 с тактовой частотой 1,6 ГГц, а также графическим четырехъядерным процессором Mali 400 MP4 и 1 ГБ оперативной памяти. Дисплей имеет диагональ 8 дюймов, матрицу TN. Разрешение составляет 1024x768 и распознает до 5 касаний. 16 ГБ встроенной памяти – вполне стандартный объем для хранения данных, и он может быть расширен с помощью карт до 32 ГБ. Поддерживаемые карты памяти microSD и microSD-HC. Что касается камер, то их на S2 две – фронтальная 0,3 Мп. И задняя 2 мегапикселя. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч и обеспечивает бесперебойную работу до 5 часов. Операционная система данного планшета Android 4.1. Также данный планшет имеет встроенные стереодинамики, встроенный микрофон, автоматический поворот изображения G-сенсор и поддержка внешнего 3G модема. Вес данного планшета почти 500 грамм. Также планшет Pippo S2 имеет разъемы такие как 3,5 мм мини-джек, мини-HDMI, USB 2.0 и мини-USB. Беспроводные возможности – Wi-Fi и Bluetooth. В комплект входит зарядное устройство, USB кабель, наушники и инструкция. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.